Отлично. Игорь. Да-да, я слушаю, Таня. Так говорит педиатр. Езжай уже, развлекайся. Как тут соврать? Мы как-нибудь проберемся с твоим судом. Вообще-то я не развлекаться. Я буду ловить, губами ловить тебя. Раз уж рядом с тобой, значит, он хороший, значит, достойный. Тебя. Иначе ты же не буду тонкой нитью на твоем запястье. Не снимай меня, не позволяй упасть мне. Я буду тонкой нитью, чуть заметно красной. Ну и что, что услышишь? Не снимай меня. Опа, давай попробуем вместе, что может быть лучше. Ну, во-первых, мы не вместе.